Каннский гонщик на «Тойоте» устроил погоню с полицией. Сотрудникам пришлось открыть огонь на поражение. Экипаж ДПС заметил водителя, который превысил скорость в 3 раза. И погнались за ним сразу на 4 машинах. Тот, в свою очередь, навернул пару кругов по улицам, пытаясь увильнуть. Но поймать лихача оказалось непросто. Поэтому, чтобы его остановить, инспекторам пришлось стрелять по колесам. Мужчина протаранил несколько патрульных машин, а также несколько раз создал аварийную ситуацию на дороге. Так он как, знаешь, протаранил вообще капец тут.